А как губы качать? Если вредит, нахрен каблуки. Вообще плевать, что носят другие девушки. Быть в режиме хищницы обязано. Да никто никому ничего не должен. Привет, меня зовут Женя, это канал «Сладкий персик». «Сладкий персик», если что, это не я. Это рубрика «Мужской взгляд». Юля придумала новую рубрику, мы думаем, что она будет интересной. Смысл в том, что она мне будет задавать какой-то вопрос, и я буду на него как-то отвечать. Вот такое объяснение, держите. Факты, факты, да. Тоже факты. Знаешь, я вообще люблю язык фактов. Говорю обычно на нем. Нравится ли тебе, что девушки носят оверсайз? Оверсайз? Ну, уже да, нравится. Уже нравится. Раньше не нравилось вообще. А сейчас как будто бы прикольно. Но мы потому что влюбились в горы. И горный стиль вот этот вот немножко расхлябанный такой вот. Вальяжный. И поэтому девушки в оверсайзе норм. Ну и тем более, я уже 10 лет в браке, мне вообще плевать, что носят другие девушки, поэтому... Только подкаблучник будет отпрашиваться у жены в бар. А настоящий мужик и так знает, что нельзя. Как бы пусть хоть в оверсайзе, хоть не в оверсайзе, вообще без разницы. Как ты относишься к накачанным губам? А как губы качать? Что-то я в тренажерке ни разу не видел, чтобы кто-то губы качал. К накачанным губам как я отношусь? Блин, да... Ну, во-первых, кто я такой, чтобы судить? Да? Начнем с этого. Но нравится мне или нет, когда это объективно... Ну, когда это выглядит натурально, то нравится. Когда я не понимаю, накачанные они или не накачанные. Но когда я вижу, что это восковая фигура, то, естественно, мне не очень. Должна ли девушка носить каблуки? Обязана. Да никто никому ничего не должен. Кто что хочет, тот и носит. Тем более, насколько я знаю, каблуки очень сильно вредят здоровью, и хотелось бы, чтобы девушки нас радовали сильно дольше, чем вот, чем сколько травм могут им принести каблуки. Поэтому, если вы хотите, носите, тем более, если вам это не вредит. А если вредит, нахрен каблуки, надевайте кроссовки и все. Почему многие женщины перестают следить за собой? Да это, наверное, к женщинам вопрос. Я тут пришел. Почему они перестают следить за собой? Наверное, потому что теряют смысл бытия. А может, наоборот, как идущие к реке, уже нашли этот смысл, и им не надо уже ни к чему стремиться, следить за собой, кого-то искать, быть в режиме хищницы. Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. А просто вот они бесконечно и вечно вот это вот постигли и живут, кайфуют, вообще наслаждаются. Вот такие вот вопросы. Пишите в комменты свои, если вам интересно, я тоже на них отвечу. Надеюсь, эта рубрика будет жить дальше, как будто бы она интересная, мне понравилась. Прикольно. Всем пока. А, телега.